Тут крутые перцы приехали. Я слышал, у них денег просто куча. Ну уж нет, звучит не очень. Да, братан, неясно, кто за этим стоит. Особенно эти нарушители. Да это вообще кто угодно может быть. Даже наш новый дружок. И герой Спайка Магнус. Эй, ты так не шути при нем, а то нам тут всем не поздоровится. Так, давайте-ка я вам про Магнуса расскажу, он не... Да-да, мы это уже 1000 раз слышали. Так, ладно, кто едет в Лонгхорн? Да все. Может, пораньше стартанешь, Спайк? Попрактикуешься слегка. Да иди ты. Чё? До встречи всем. Психи! О, здорово! Ты как? Тут такая тема про Магнуса Уокера. Короче, парень влюбился в свой первый Порш, когда ему было лет 10, а? А сейчас у него дофигища крутейших Поршей, блин! И это его новый стиль! У него даже есть свой мост! Да! Мы ведь тоже так можем, бро! Мост Спайка! Как же это звучит, а? В общем, Магнус знает Вентуру как свою пятерню. Он заправляет всем, потому что в теме. Он жить без этого не может, понимаешь? Вот так вот, старичок. Все просто. Ищем места, изучаем игроков и дело в шляпе. Ты сечешь? Ух ты, тебя тут по полной обрабатывают. Даже не вздумай спрашивать его про Магнуса Уокера. Поздно. Я только разогреваюсь, малыш. Нам надо подстегнуть Магнуса. Покажем ему, чего мы стоим. Выиграем его легендарную гонку, и он сам к нам придет. Ой. Эй, вот оно. Кто со мной? Погнали. Присмотришь за ним? Будь что будет, Робин. Я знаю. Так, давай, вставай на старт.
Такое надо повторить. Увидимся. Эй, здорово. Я тут подумал. Магнус, он ведь не Супермен. Так что и нам надо делать то, что он делал. Проходить заезды, изучать улицы. Только потом станем наравне с ним, да? Буду держать тебя в курсе.